упражнение, идея только что возникла. Как нам натренировать, чтобы рука сюда уходила? Лев, не удар, а работа. Работа не удар, а руки. Или обратно. Чтобы она уходила с подходом и еще чуть-чуть плечо. Ты еще и готов. У нас лежат две ракетки. Новая намотка. Суперовая. Мы каждую ракетку, когда будем бить, берем только левую руку. То есть не правая, а левая. Вот так и бьем. Ученику должен индивидуальный подход, что ему надо. Как показывать все, ну это давно. Но от ученых прочитал, что каждый день тренироваться по часу лучше, чем 2 часа через день. Почему? Лучше, чем перед сном. Мозг человека во сне обрабатывает и дорабатывает любое обучающее упражнение. Будь то языки, теннис, что угодно, чему угодно. Обучаетесь, вспоминаю себя студентами, если вы перед экзаменом поспали, то откуда ни возьмись, у нас на экзамене берутся какие-то ответы на вопросы, которые в голове вроде бы не было. А если не поспали, то зубри, не зубри, обычно не получалось. Так вот, теннис тоже. Лучше каждый день по часу, но перерыв между тренировками и обучением какого-то навыка, чтобы был сон. Во сне человек закрепит. На ютубе поставили себе какие-то любимые упражнения перед сном, посмотрели. Во сне закрепит. А на тренировке, на зарядке повторили. Все?